Азбука чувства и эмоций Екатерина Кес. Екатерина Кес – это практикующий психолог, сооснователь образовательного центра «Позитивные решения для родителей». О чем же эта книга? Лисенок Мартин живет в сказочном лесу со своей семьей, мамой, папой, младшей сестрой Норой. Каждый день с ним происходят разные события, одни радостные, другие грустные. Мартин узнает, что такое печаль, гордость, удивление, гнев и делится своими переживаниями с читателями. В главном герое многие узнают себя и благодаря историям лисенка станут лучше понимать свои эмоции и чувства окружающих. Книга представлена на русском и украинском языке. Это издательство «Бет». В книге 64 страницы. Мелованная бумага, яркие иллюстрации.